Всем здравствуйте! Анна нетрепко призналась, что иногда у нее возникают проблемы на сцене. Редкие провалы в памяти она объясняет возрастом и последствиями коронавируса. В мире оперы трудно найти артистку более востребованную, чем Анна Нетрепко. Звезда выступает на лучших площадках, а ее вокальными партиями восхищаются ценители искусства по всему миру. Со стороны кажется, что Анна просто не способна совершить оплошность на сцене. Однако иногда они все-таки возникают. Уже начинает прослеживаться деменция. Ловлю себя на мысли, что пою и не понимаю, что же произносить дальше. Может, это последствия COVID-19, не знаю. Но пока держусь, пою. Заставляю свой мозг трудиться, подчеркнула звезда. В ближайшее время Нетрепко предстоит покорить еще одну творческую вершину, а именно проехать с концертами по городам России. До этого звезда никогда не отправлялась в столь масштабный тур, хотя у нее много слушателей в разных уголках страны. Собрать большой оперный концерт – это непросто. Нам нужен оркестр, у нас сложная программа. Все это собирать и перевозить из города в город сложно, подчеркнула звезда. Также в сентябре состоится и большой юбилейный концерт Анны в Москве. В честь 50-летия артистка пообещала собрать на одной площадке звезд мировой оперы, так что этот вечер станет подарком для всех ценителей искусства. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока!